2 сентября 2019 года для Егирхайского сельского поселения войдет в историю всего района. В этот день, День знаний, в торжественной обстановке школе номер 3 аула Егирхай было присвоено имя первого президента Республики Адыгея, уроженца аула Аслана Алиевича Джаримова. Почетного гостя встретили согласно всем адыгским обычаям. Министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев совместно с главой района Зауром Хамирзовым и главой поселения Русланом Брафтовым показали Аслану Алиевичу большие изменения, которые произошли в школе за это время. В частности, большой реконструкции подвергся спортзал школы. Полностью обновлено отопление, стены, а также оборудование. Затем приступили к торжественной части мероприятия. Добрый день, дорогие гости, уважаемые учителя, ученики и родители. Приветствуем всех, кто пришел на торжественную церемонию открытия памятной доски, приуроченную ко дню присвоения Егирхайской школе имени первого президента Республики Адыгея Аслана Алиевича Джаримова. Торжественная церемония открытия памятной доски объявляется открытой. Учебный год наша школа начинает с большими изменениями. Средняя общеобразовательная школа номер 3 аула Егирхай будет носить имя первого президента Республики Адыгея Аслана Алиевича Джаримова. В этот знаменательный день радость такого события с Асланом Алиевичем Джаримовым приехали разделить его друзья и близкие. Герой труда Российской Федерации, народный писатель и поэт Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии Исхак Машбаш. Директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Тимбота Кирашева Адам Тлеуш. Профессор Батырби Берсиров, депутат нескольких созывов Государственного совета ХАСа Республики Адыгея Мухарбит Харкахов, супруга Аслана Алиевича Фатима Рамазановна Джаримова. Участие в торжестве принял министр образования и науки Республики Адыгея Анзаур Кирашев, глава Кашхабского района Заур Хамирзов и глава Егирхайского сельского поселения Руслан Брафтов. Слово предоставляется нашим гостям. Машбаш Исхаку Шумафовичу, герою труда Российской Федерации, народному писателю и поэту Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Титлок зишигурма ашишу, непе тядгалап титрама арашиш. Зичашишир, та ягасун дунаем титфече адгалапр кагуб тичахопсу адхо. Та ти словарна гуча ахы, кызыпштачыра, нэмчлап кушкоку танахнах янко дунаем титхама Ям гуши артати, арсвады гуши, сарады гуши а, шагаг карали. Непа тина хазжкар, жазыла патызца тымса жкарар. Тыз чахобста кахаз чахоб, тыз чахобста кар, непа республика ти оху, а республика шапса фазжа хазлхагар Джармаслан. Ашпаяса, кетанагашку фасазжа, Сасизакуб, ар сасшан фая, са нахачакум, чили гаджи, чили джабкум, шиткар, сугит запету, сапкум, сугупса зубчара, джашвадат, сичила, тядга тап кзакачар, сан фая, савадо, джири, сафай. Итасба джири, Джармастан Калашанов,
Шапкун. Югупшца хоть запытал шариар, хоть запытал суч ану. Кермаслан Офлогошку шисал ти республика. Шапса фишол не пэ. А пэр президенты ти арарашуш кчатхуахам зарпсауха зарщахара шапса фэз фишо офмчар не пэрапсаух са отвозрапса сачубуго ахмизы шамогупшу. Нахи нахтагапату ки республика тапича псаунху. Непа та кумбадла Мурат Каральбекпур яптандара президент поймхуткуа тасхата осыг епа аши зишигагупшарып и офсаазыфадыр джарбам. Джарбам васафиасу тадаш ами игухши асуг кегаши аши тукоту. Тилок нах, зардаг одатын, едуна нах, зардаг боготын тупилотыш ануса, еса ор. Эджиса, джармин псифараз, бас зарфаразыр, сазыцойм шагажагу, мары джигунасынги, тазарасу, тазагот джи, югугу дагутасу, дакутасу, ауса, мадам, жагу непас хатыр, Россием, Ильхузура жау қызқатқар, апы зигупшысық көчігір, апы сызғатуғағыр мәрі жәрмастан. Ильхасты өтші түрім ұжытығық, ау мүш үш ағыр, тапсы фізгір сәне пөксатасы қауіпсау асам, осы ұр. Қауіпсау өтхөш, алағам жүрі. Убитов жалчалан, сабику дал комзачми, мучиткам зачми, зусамафа аламафафеч. Сапсал сатхач. Матхачкар сапасхах, а вот он хочет поесть зухор, буку хутап, а качасхах сазвот. Саситкалькам мы субилетек чаш, мы сапкет хатми, сазахтет откра. Джарм, аслан, зака, шит школам, и библиотека. Мэткэшкэр ясэд сонзэгтэстэгэд апэру жа, жабды мурадзи омсэмдэм кэшкэр. Абжабзи кэмэстэн кэшкэр. Слово предоставляется Кирашеву Анзауру Асланбековичу, министру образования и науки Республики Адыгея. Дорогие друзья, позвольте мне, уважаемый Аслан Алиевич, дорогие наши гости, позвольте мне от имени главы Республики Адыгея поприветствовать вас всех. Сегодня прекрасный день, когда начинается новый учебный год, День знаний. И очень символично, что сегодня именно в ауле Егерухай, в Кашихабльском районе славном, который в этом году отмечает свое 85-летие, мы начинаем учебный год с такого знаменательного события. Дорогие ребята, хочу обратиться в первую очередь к вам. Каждый из вас наверняка хочет быть на кого-то похожим. И в вашем случае вам очень сильно повезло, потому что у вас перед глазами есть живой пример для подражания. Ведь если вернуться на определенное время назад, Аслан Алиевич, будучи мальчишкой из вашего же аула, закончив вашу школу, прошел путь до первого президента Республики Адыгея, до доктора экономических наук, профессора, человека, узнаваемого не только на территории нашей республики, но я не побоюсь сказать, на территории всего бывшего Советского Союза и за его пределами. Поэтому живите, учитесь, мечтайте. И самое главное, у вас, я еще раз хочу повториться, есть такой пример, есть ваш земляк, которым вы всегда должны гордиться, память о котором должны пронести на протяжении всей своей жизни. Аслан Алиевич, дорогой, хочу вас поздравить с таким, и нас всех поздравить с таким знаменательным событием, потому что я знаю, что у вас очень много наград, но при всем при этом, когда в том населенном пункте, где ты родился, где ты учился, твоим именем называется школа, наверное, это чего-то стоит. Поэтому я вас искренне поздравляю, поздравляю всех нас. Очень хочу, чтобы все ребята, которые закончат эту школу, пошли бы по вашему пути, чтобы вы были для них ярким примером, чтобы весь ваш славный жизненный путь, которому может позавидовать каждый человек,
служил путеводной звездой для этих сотен мальчишек и девчонок, и тех, кто идет за ними. С праздником всех нас! Спасибо большое! Слово предоставляется Тлеуш Адаму Хусейновичу, директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Тимбота Магометовича Кирашева. Еджарапайя, Еджапа, Цагофа Услышитона, Аслан Алиевич Лепхнущитот, Апар-президенту Адгахакор Адга области Республика Хуи, Тапоте Учифенес Загутут Задележал, Апайту, Кинуя Хуари, Хахонгой Республикан Фисуари, Зачету Хачжи, Тубуил. Аджи Тая Обсушку Ясуна Сифай. Аша Обсушку Ясуна Сифай, Зачихамжар, Ухачи, Непа Зрацача Ахари. Мы через цепочит хама ясно сифаер, кати се шашиш яхнера и яблинер президент я жиро пах да чему тук хочет это, а пая что заплин шапхас тяжкун фиеш огмав, да чем же так вообще гу, а вообще обсо за чем же. Слово предоставляется Берсирову Батырбию Махмудовичу, профессору, доктору филологических наук. Я пишу нам и мафиш. Еджерпая школы, шляжихам, еджихрам, чрияджихами, сафагушва. Арзе, я тунеро, не по ярашлам, школам, созали хатер, не по фашауса, ар хишо, тарихо, шепхам, изнакубо, хахать. Акарзача, за фахасо, не по сафагушва. Хярчий, да, хочу джападо, джапа, шкохар, хочу джапа, шкохар, хочу джапа, хочу джапа, хочу джапа, джапа, хочу 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 Шиш аналог хрупаган, а нах тяуж васазио канаждмара. Шиш дапуме ягасам школы шетифа ацар зарихат. Ар ино ежми ягуап тарит ягуапа. Ягасам школам ца зарихат, вич аква агасапал, ино висхауса кубчато шитуа шепкам фавсахам васу фазлам пачекуна. Аж зачем если фаргуша, я джарашку шухного, сарашку шухного. Слово предоставляется Тхаркахову Мухарбию Хаджиретовичу. Ену сигуа паноба. Еджирхуэ тхажакуа охур охушху. Асан Алейш, президент Хуадеву штахм. Асан Алейш, хапкам и пашу. Нах, гасанага гуашу. Санага гуашу. Гагуашу, Зенарибга Адыгашап Акачама, Етуана. Асан Алейч Республикам, Кемгазаж за Краснодар краем, миллионит франокора за ресрам, мог мечтан че унафас офиса. Адыгашапкам, Ухахрин Шахуча, Асан Алейч Кларихакам ходу, Анахтахан Зевенде, Республика 22% нахчу умуху адыгу. Республики тапате бувенер. Адыга абзар каражуга абзар псунер. Адыга бараку, адыга псом нуба яар каражуга барак псунер. Республика мхо псунер. Ар охаша. Нуба ину, ину закамей догуфа. А республика заша. Дипери президенте митце школам зарафашар. Далее слово предоставили главе Кашхабского района Зауру Хамирзову. Добро нахожу, лидер Кашхаба Муслан Алиевич, это Фудош. Адыга цехур, я гаш умгух ваеву яха. На республикам квадра-квадра духовая. И Аслан Алиевич, ар, США. Уезжили, уасах, чтобы хуй мусича, схода награда вы анжу ухвит, схода каралокам, да слово коду анжу ухвит. Пари уасах, амар. Но бы, мы жильдем. Школу заработать, Масан Ильич, яйца ваша. Поблежал ваша, шумис, мы себе шасхам, что я гаджу утхам, за кузова азарит. Масан Ильич, ходу, фухунусов хохляуха.
Ичи спортсмен массы спорта международного класса, чемпион мира, ичи политик, ичи ученый. А походу мухмахат узерохун хуэри. Язга джихари, ирага джихари, джапуду фухуауа. Ицар инувгау, нахри сабинахба, ноба шахаши, хахонага мейджиргой коду ио. Мышковым сабирш амухожи джири за школу чинхуэ хуауа, Маслан Алиевич школу нахин чинхуэ житу. Засади кисогод гувану, ауа хама кода баджих гатари, Хасан Алиевич сгапкуза газари, узинчанага уио. Слово предоставляется Бравтову Руслану Каральбеевичу, главе Ерухайского сельского поселения. Днепр, мечупан, сыщитынча, зычи туакин, зычи сырагушко. Архчас урар, кятыж, риаджау шит, Аслан Алиевич. А мечупан, ушит туар, ждем, еп, ожин, зычи, уастышкой, веду сайхты, чиле дыска мацача. Чилиогу за республику адгу дунаем тетхэм адзэча тхайгапсау гуасау адгэ дунаем тетэпшн узэша республикам изэте ваутон аху гэбхар зэчими ашу зэчими гуасы пафаджа ау хамсау наобтэгэйт. Слово предоставляется Бричеву Нальбию от жителей аула Егерухарь. Аслан Алиевич, я гас он нахаз жду утэпшу тати поколенича и тэс плотчатэ нахаз шисатэх пута утиэра. Бюрасу тхчатлапса, бюрасу чахат хамхун тетлау. Непа ме ежиркоешкуум шихрар, мефа чешхоча тэлтэр. Чатлитарар, непа мефа дэхададам, мефа дэлт гуасэшкуи у политикушку Россиями су, хуам ващищу. Мешкуум хэкмут ажохарин наспхоча сэлтэх жахажохам. Эцэфа упсу. Непа у астан, ти астан жа азму тэджа, айку. Ама ну хару хэсэджэ хэдгро уэз вэдарарсэ, ёах бэч ути энуарэ, непэ мхачэг цэгу лахэми, непэ гэс ута дахэр, дэгур, бэч гэс ута астан тэфэсэ джэдавзэнчэ, субхэчэ зэрэйсу, кэну зэрэйсэу гори, ава ха офри, зэмэсэ мэдэ хэгу ута пэн джэгварсэ, тхам хэрчэс мзэк уфу, джэмвэдэдзоу напэ мэчэрэ офчэс мзэк уну, бэчэс ти эну, там же хожохами я девушку сунулся Аслан Алиевич веду спортом чи политиками чи соснором чи все для себя. Мероприятие прошло в торжественной дружественной обстановке. За такой дорогой и очень ценный подарок всех присутствующих поблагодарил сам виновник торжества Аслан Алиевич Джаримов. За уплачено сорок. Нарвал нос я ушибся сорок заплатил. Ну с этого дофами. Районо, глава администрации района, директор школы и Тайсухоми Мурат Каральбевич Немисухопер. Мурат Каральбевич Тайгапсурушкесова Зича. Аукхочи мощну школу ССЧА Асуну. Аллахам Мемафер, Мафы Сухи, Шеджу Даву, преподавателька псовного дала яву, хусащитку, хусащитку, сжига бера. Ведущая коротко ознакомила присутствующих с биографией первого президента Адыгеи. Джаримов Аслан Алиевич прошел славный путь от простого работника Егерухайского колхоза «Путь к коммунизму» до руководителя Республики Адыгея. Аслан Алиевич родился 7 ноября 1939 года в ауле Егерухай. После окончания Кубанского сельскохозяйственного института занимал различные руководящие должности в Адыгейской автономной области и Краснодарском крае. Где бы он ни работал, его отличали целеустремленность, верность делу и осознание своего долга перед народом. Аслан Алиевич – первый президент Республики Адыгея с 1992 года по 2002 год. Именно при нем формировалась наша Республика Адыгея. Аслан Алиевич – миротворец. В те неспокойные времена, когда в различных республиках Северного Кавказа происходили военные действия, наша Адыгея оставалась мирным уголком. И это заслуга той политики,
которую вела республика под его руководством. Хочется отдельно отметить, что Аслан Алиевич всегда был сторонником здорового образа жизни, занимался спортом и на этом поприще добился значительных результатов. Он мастер спорта международного класса по самбо, а в 2000 году стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов. Его политическая и общественная деятельность может стать для всех учащихся школы примером для подражания. А сейчас наступает торжественная и волнительная минута нашего праздника. Официальное открытие памятной доски, приуроченной ко дню присвоения Егерухайской школе имени первого президента Республики Адыгея. Заключительной частью встречи стало торжественное открытие именной доски Аслана Алиевича Джаримова на фасаде школы. Этой чести были удостоены Исхак Машбаш, Анзаур Кирашев и Заур Хамирзов. Для вас значит присвоение вашей родной школе вашего имени? Я очень рад, что так случилось. И дело в том, что с этой школы 46 года я связан. Ну, это все мое. 80 лет сегодня мне через 2 месяца исполнится. А это очень здорово. В этом году, 7 ноября, Аслану Алиевичу исполнится 80 лет. Хочется пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.